Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. Какие красивые дети. Так, как родители за них переживают. Как внимательно смотрят ветераны. И у кого-то, наверное, даже слезы проблеснули. Им, безусловно, приятно. Они этого заслужили. Заслужили это видеть. И я хочу, чтобы мы не только вот именно в эти дни, да, предпраздничные, посвященные Дню Победы, а вот внимание каждодневно, что мы и дети, и взрослые нашим ветеранам оказывали. В этот день эти всего 20-30 минут могли хоть что-то сделать для своих предков, хоть как-то отблагодарить их. Поэтому для меня этот день очень важен. Я еле сдерживаю слезы, потому что проникнута благодарностью ко всем ветеранам, которые сидели сегодня на параде. Бабушки, дедушки, возможно, ветераны, они смотрели и улыбались, и помнили, что именно мы как бы не зря победили, и что растет такое поколение, что тоже помнит о Дне Победы. Молодежь России, мы должны помнить о тех, кто погиб. Помнят Алипы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри велся в русском вальсе сквозь года. Прадедушка у меня воевал, приехал без пальцев, но он жил еще долго. Гордость за то, что наши деды и прадеды воевали, победили, отдали свою жизнь.